выставляем ножи по риске. Риска находится с двух сторон. Первая, вторая. Выставляем на штангель циркуле 2 мм. Проверяем. Вот 2 мм. Закручиваем болты. Ставим ножи, закручиваем болты. Поворачиваем на свет, чтобы было видно. Подводим штангель циркуля к краю риски, чтобы риска была проходила по самому краю штангеля. Все, выставили. Начинаем двигать нож к штангель циркулю. Смотрим. Все, касание есть. Проверяем. Штангель циркуля стоит по краю риски. Нож подведен к штангель циркулю. Нож сел, натягиваем. Проверяем, чтобы нож плотно прилегал к голове. Смотрим. Нож прилегает плотно. Зазора нету. В этом месте, где само острие жало проходит, тоже все плотно. Выставляем второй нож. Аналогично ставим. Ставим штанги циркуль по краю риски. Все, касание есть. Проверяем. Все. Нож маленько постучали, чтобы плотно прилегал к голове. Начинаем притягивать. Проверяем. Нож плотно прилегает к голове. Затягиваем. Один нож. Затягиваем второй нож. Повторно проверяем. Подводим к краю риски. Касание есть. Штанга цирк стоит по краю риски. Проверяем второй нож. Края риски, касание есть. Все, ножи выставлены. Проверяем, опять же, еще раз проверили. Ножи плотно прилегают. Настройка завершена.